Как назвать кота, чтобы в доме был достаток? Популярные имена со смыслом. Если дома появился пушистый друг, то вы точно задавали себе вопрос, как интересно назвать кота. Есть имена, которые притянут в дом удачу и прибыль. Имя играет немаловажную роль не только в жизни человека, но и домашних животных. Наши четырелапые друзья также могут сформировать свой характер, в том числе в зависимости от той клички, которую им дали, пока они были маленькими. Кроме того, считается, что некоторые имена, например, котов, могут принести в дом хозяев удачу и прибыль. Какие кошки приносят удачу и деньги? Считается, что удачу в делах приносят коты и кошки черно-белого окраса, а также трехцветные и черепашковые пушистики. Согласно приметам, самые денежные окрасы кота – рыжий и золотисто-коричневый. Также для привлечения финансовой удачи и стабильности стоит завести черного кота. Считается, что у хозяев угольно-черного хвостатого любимца не будет проблем с деньгами. Как назвать котенка к деньгам? Чтобы в доме была финансовая стабильность, котенка можно назвать денежным именем. Подойдет название какой-то сильной валюты. Бакс, евро, иена, франк, фунт, доллар. Назвать кота можно и в честь драгоценного камня. Алмаз, рубин, топаз, сапфир. Стоит обратить внимание и на имена, которые в буквальном переводе означают богатство или золото. Рич, ричи. В переводе богатый. Генрих. Богатый, могущественный. Гарри. Одна из форм имени Генри. Голди. Золотой. Злата. Золотая золотка,